Бизнесмен, который рассказал Владимиру Путину о реальном состоянии дел в сфере грузоперевозок, сегодня вернулся в Екатеринбург. Юрий Ступак пожаловался главе государства на двойное налогообложение. Совещание с транспортниками проходило в Ново-Огарёво, где присутствовал и министр промышленности Денис Мантуров. Мантуров говорит, берите технику, произведенную здесь у нас в России. У нас действительно в России есть неплохой завод, и он выпускает автомобили, подобные тягачи. Но они выпускают тягачи Евро-3. Значит, нам такие тягачи не нужны. Больше того, вот эти тягачи дешевле в Генте стоят, чем те тягачи, которые нам предлагает Калуга, значит, здесь в России. За каждый новый импортный грузовик Юрий Ступак заплатил по 220 тысяч рублей. Утилизационный сбор плюс пошлина на ввоз – порядка 700 тысяч рублей за машину. Двойное налогообложение, считает бизнесмен, приведет всю отрасль грузоперевозок в упадок. Об этом он и заявил на совещании Владимиру Путину. Ситуация с двойным налогообложением для главы государства стала новостью, и он поручил разобраться в этом вопросе министру промышленности Денису Мантурову. Это обнадежило свердловского бизнесмена, который уверен, что уже за следующую партию грузовиков в новом году не придется платить двойной налог.